значит, бобер? Да уж, такого я никак не ожидал. Здравствуйте, мистер Бобер. Меня зовут Крепыш, а это мои кузены. Интересно, как его зовут? Какой громкий хруст! Может, будем звать его Хрустик? Мне нравится это имя. Привет, Хрустик. Интересно, зачем он взял столб? Ага! Теперь все ясно. Да, теперь все ясно. Стоп, а что ясно? Бобры строят дома из дерева, поэтому Хрустик взял столбы, чтобы построить дом. У меня идея. А ведь здорово будет, если... мы построим Хрустику новый дом из материалов слайд-площадки. Вау-вау-шная идея. Тогда столбы ему будут не нужны. Микс, ты очень умный щенок. Вперед! На лайп-площадку строить дом бобру! Привет, щенки! Вы выяснили, что случилось со столбами? Бобер по имени Хрустик построил из них свой дом. Бобер? Да уж, такого я не ожидала. И я так сказал. Нужно построить Хрустику новый дом, чтобы забрать столбы. О-оу, уже начинает темнеть. Нам нужно торопиться, чтобы у всех был свет. У меня есть идея. Фонарик! Микс, у тебя светлая голова. Светлая, потому что фонарик светит. Смешно. Фонарик! Хорошо, что наши инструменты заряжены. Села бы на стройку. Электродрель. О, нет! Солнце село, света все еще нет. Нехорошо, совсем нехорошо. Я даже не вижу, что сверлю. Чтобы строить в темноте одних фонариков мало. Долг зовет, Крепыш светит вперед. Ура, Крепыш! Великолепная идея, Крепыш. Друзья, поставьте машины в круг и включите фары. У нас есть свет! Повторяю, у нас есть свет! А значит, мы можем и дальше строить дом для Хрустика. Молодцы, щенки! Такой дом Хрустику точно понравится. Я надеюсь. Доставим его на речку и вернем электричество. Хрустик, мы уже в пути. Лучшего дома тебе не найти. Осторожно, Уиллер, не гони. На дороге могут быть кочки. Приехали! Ты готов увидеть свой новый дом, Хрустик? Мотай, поднимай, двигай! Ну как, Хрустик, тебе нравится? Ему нравится? Ему нравится? Хрустику нравится! Это так волнительно! Ой-ой! Дайте чарджеру место! И Хрустику тоже! Я не могу сдержать радость! Он должен быть где-то здесь! Трюфель! Трюфель! Я узнаю это хрюканье из всех! Это трюфель! И звук идет...
С реки? О, нет! Трюфель может быть в беде! Нужно спасать трюфеля! Приезжайте к реке! Сейчас будем! Трюфель! Трюфель? Трюфель, где же ты? Вот он где! Грязи! О, нет! Он правда в беде! Нужно спасти его! Чарджер, подгони грузовик к луже! Мы вытащим трюфеля лебедкой! Будет сделано! Трюфель, хватайся! Почему он не хватается? Вы нашли трюфеля! Все ждут на ферме, чтобы с ним познакомиться. Мы его нашли, но он застрял в грязи и не дает себя вытащить. Не думаю, что он зовет на помощь. Он просто счастлив. Мы теперь две хрюшки. Здесь так жарко. Тебе должно быть нравится в этой грязи, а? Ты просто охлаждаешься. Так вот что он делает. Фермерша Зои, теперь вы больше знаете о свинках. И мы тоже. Свинки катаются в грязи, чтобы охладиться. Именно так. Похоже, я начинаю разбираться в фермерстве. Свинки катаются в грязи, чтобы охладиться. Буду знать! Жаль, что трюфель не сможет охлаждаться у себя в амбаре. О, вот почему трюфелю не понравился амбар. Я люблю чистоту, но трюфель любит грязь. У меня на шерсти! Ничего, я потом вымоюсь. Сейчас нам нужно добавить в амбар то, что ты любишь. Грязь! Всем привет! Фермерша Зои скоро приедет с трюфелем. А пока... Нам нужно загрязнить амбар! Мне не верится, что я это сказал! Сварочный аппарат! Грязь на месте, повторяю, грязь на месте. Микс, твой выход. И это будет преображение Микс с помощью грязи. Готовься, целься, бей! Отлично! Бухта строителей, познакомьтесь с трюфелем! Твой грязный амбар готов! Ну что, трюфель, тебе нравится? О нет, ему не нравится грязь? Нет, похоже, не нравится, а очень нравится. Я начинаю хорошо понимать свинок, и моя свинка очень счастлива. Свинка-вечеринка начинается! Значит, пора вилять хвостами в грязи! Мы построили амбар! Крепыши, команда! Работа, что надо! Диск за стеной. Электродрель. Это нос? И этот нос принадлежит мышонку. Сделаем отверстие побольше, чтобы малыш смог выбраться. Назад, мышонок! Вила! Ну все, дружочек, выходи. Я слышал! Я тоже! Но звук идет не из стен. Он идет из... из-под пола?
Эй, мы перевернутые щенки-строители. И там точно есть еще одна мышка. Поможем ей выбраться. Уф, молоток. Да, это другая мышка. Привет, мышка, я Чарджер. Пип-пип-пип-пип-пип. Чарджер. Я пытаюсь говорить на машинном, не получается. Кажется, она кого-то ищет. Прыгай ко мне в каску, мышка. Я достану тебя. Мышка, вернись. Мы поможем тебе выбраться. Оф, молоток. Вон там. Оу. Нужно помочь мышке выбраться, чтобы она не пищала. Да, мэру Грейтвейт нужно репетировать речь. О, она с нами разговаривает. Пип-пип. Чарджер, она говорит не с нами. Смотри, там мышонок, которому мы помогли. Думаю, они знакомы. Ага. Они закадычные друзья. Теперь можно сказать мэру Грейтвей, что проблема с писком окончательно. И в потолке? Ух ты! Сколько здесь вообще мышей? И каким инструментом мы доберемся до потолка? Чарджер, нам понадобится нечто большее, чем инструмент. О, я понимаю, о чем ты говоришь. Йо-хо! Мышонок, мышонок, ты здесь? О, он совсем еще малыш. О-о-о! Погодите-ка, стоп! Кажется, эти мышки знают мышонка. Чарджер, они точно знают друг друга. Это его родители. Вот почему они так пищали. Они пытались найти своего малыша, который потерялся в потолке. Ничего, давай, иди сюда. Я в жизни не видела ничего милее. О, посмотрите, мы их воссоединили. Я так счастлив. О-оу, всем отойти. Я не могу сдержать радость. О, Крепыш, смотри, кажется, им нравилось жить в мэрии. Но мэрия для них слишком большая. Они потеряются и снова будут пищать. Чарджер, у меня идея! Мы построили домик для утиной семьи Мотор. О, я знаю, о чем ты задела! Мышки, мы для вас кое-что построили. Мини-мэрию! Мыши-мэрию! Ваш новый дом! О, вот это прелесть! Чудесная идея!